Добрый день, друзья! Канал Steak Club рад вас снова приветствовать. Сегодня 1 октября, мы в Одессе, в ресторане Уха. В прекрасном рыбном ресторане, где вы можете съесть огромное количество прекрасных рыбных блюд. Например, цацу – мелкая жареная рыба во фритюре. Чисто одесское блюдо. Наш шеф и проводник Руслан. Сегодня мы занимаемся мясом, потому что кроме рыбы в ресторане Уха можно съесть и отличное мясо, в том числе американское. Welcome в ресторан. Всегда легко найдете в Одессе, поселок Котовского и в центре тоже. Руслан, что мы сегодня готовим? Мы готовим сегодня бестроганов, классический, но с фишкой, с солеными огурцами в нашем замечательном ресторане Уха. Для этого нам понадобится лук, который мы режем соломкой. Есть версия, что полководец, чтобы накормить свою армию и недостатка пищи, придумал это блюдо и накормил свою армию. Чем хорошо готовить из американской говядины, в отличие от обычной, она быстро готовится. Подготавливаем мясо. Жирок убираем. Жирок убираем обязательно, потому что здесь вот есть пленочка. Вот видите, вот такая вот, которая будет жестковатая. И нарезаем его соломкой. Тоже соломочкой. Так, ну этого нам хватит. Более чем. Теперь мы наливаем в сковородочку масло, в разогретую. И кидаем сначала мясо. Так, обжариваем мясо, добавляем лук, который мы подготовили. Чуть-чуть помять его надо. Да, чтобы он выпустил сок. При обжарке уже лука добавляем грибочки. Грибочки. И тоже начинаем. Дожариваем. Грибочки обжариваем. Грибочки дадут мясу свой вкус. И, соответственно, в блюде будет очень ароматное от грибочков. В этот момент мы еще дадим сольки и перца. После того, как обжарились грибочки, мы добавляем соленые огурчики, предварительно нарезанные соломочкой. Поверьте, это очень вкусно. И также обжариваем. Наш соус насытится огурчиками и грибочками и даст пикантность мясу, которую мы предварительно обжарили. Обжаривать долго не надо, ребята. Должно быть все эль-денте, так скажем. Теперь добавляем сливки. И тушим. Тушим минут 5, и наше блюдо готово. Все быстро. Все, наше блюдо готово. Теперь мы его выкладываем и украшаем. Что, Сергей, приятного аппетита. Бомба. Скорость обалденная. Значит, друзья, это, можно сказать, почти дежурное блюдо, которое легко можно приготовить в домашних условиях. Может быть, не с такой скоростью, как это делал Руслан, но вообще очень быстро. Подписываемся на канал Steak Club, кушаем американскую говядину и говорим спасибо USMEF, организации Федерации, Американской Федерации экспортеров мяса. До новых встреч. Спасибо, Руслан. Пожалуйста, не забывайте приезжать в Одессу и посещать наши два ресторана Уха, который один находится на Бугаевской 41, второй находится на Бочарова 60. До новых встреч. До новых встреч.